Добрый день, уважаемые подписчики и зрители канала Мини-Трактор. От меня, Агра, всех приветствую. Сегодня, как и обещал, снимаю приход тракторов Солис. Причем данная поставка интересна тем, что в одном контейнере, ну не так, в каждом контейнере комбинированно загружены 50-е, 105-е и 26-е Солисы. Вы будете иметь возможность посмотреть, как они упакованы. Конечно же, да, качество упаковки отличается от поставки из Китая. Вы видели на нашем канале, кто не видел, обязательно посмотрите, как приходят трактора от именитых китайских брендов. Ну, давайте смотреть. Вот Солис от компании Соналика из Индии. Стоят с края 26-е Солисы. Видите, трактор стоит на транспортной упаковке. Причем сакцентирую ваше внимание на том, что трактор, трактора, которые мы импортируем, они с контейнера сходят собранными, после чего с них снимают колеса, капоты, ну, превращают их в транспортное положение и, собственно говоря, делают специальную необоротную тару одноразовую, на которую закрепляют, собственно говоря, уже трактора, и они плывут по разным странам мира, в том числе в Украину. Вот вы видите, как упакован трактор Солис 26 на 24 лошадиных силы. Два трактора в одной упаковке. Трактора зафиксированы на осях, причем на каждой оси стоит пломбочка контролера ОТК, то есть отгрузка четкая, чтобы лакокраска не повредилась. Все затянуто пупырчатой пленкой. Вот стоит трактор Солис 50. Тоже обратите внимание, он зафиксирован в контейнере. По сути, стоят башмаки под передними и задними колесами. Что это? 50-очка, да. Вот трактор 50 с заводской кабиной. Красиво, аккуратно. Все фиксируется четенько. Соответственно, пока контейнеровоз идет по морям и океанам, с трактором ничего плохого произойти не может. Он приходит нализанный, красивый, вот такого вида. Несмотря на это, перед выдачей трактора клиенту еще раз проверяется вся обтяжечка, проверяются все уровни технологических жидкостей в тракторе, и трактор поступает клиенту уже полностью готовый к обкатке. Напомню, что на индийские трактора Солис гарантия составляет 2 года от производителя. Трактора производятся в Индии на заводе Соналика. Это крупнейший завод мирового уровня. Трактора Солис можно увидеть практически на всех рынках земного шара. Особенно эти тракторы популярны в Европе. Объем производства завода превышает 100 тысяч тракторов в год, а это третий показатель по объему производства на земном шаре. Поэтому, если вы интересуетесь хорошими, качественными, взрослыми, я бы сказал, профессиональными тракторами, заезжайте в предприятие компании Миниагра, проходите тест-драйвы, катайтесь на тракторах, смотрите, звоните клиентам, которые уже купили эти трактора, которые пользуются этими тракторами. Благо, сейчас есть YouTube, есть интернет, люди активно снимают, как работают у них эти трактора. Есть уже отзывы, и полтора и два года люди пользуются тракторами Солис. Все очень довольны. Трактора мощные, трактора надежные, трактора четкие. Кроме того, для средних и уже крупных фермеров у нас работает кредитная программа государственного финансирования 579 с приватом, со щадом, с банком Глобус, с региональными банками. Соответственно, вы можете любой трактор купить по кредитным программам. Мы работаем с лизинговой компанией ОЛФ. Вы можете приобрести всегда трактора у нас в лизинг в любом из наших торговых предприятий. Контакты наших торговых предприятий вы можете найти на нашем сайте, вы его видите на экране, в разделе «Контакты».
Там же телефоны каждого отдельного нашего торгового предприятия. Либо звоните на телефон горячей линии. Это колл-центр, он находится в Киеве. Мы вас соединим с любым из наших торговых предприятий. Ждем вас на наших торговых площадках, в наших шоурумах. Следите за нашими новостями, подписывайтесь на наш канал в Ютубе, в Фейсбуке. Всегда будем вам рады. Компания «Миниагро» работает для вас, а «Мини-трактор» работает для людей. До встречи, всего доброго, лайкайте, мы с вами.